Москва-Россия, осталось 5 минут. Просьба к провожающим покинуть вагоны. Повторяю, до отправления Я не понимаю. Зачем поезда? Суна, самолеты кончились. Согласен с замечанием. С самолета руководящий обзор лучше. И бомбить удобнее. Отставить. Ей-богу, скоро на велосипедах по стране ездить будем. Как вьетнамцы какие-нибудь, прости господи. Велосипедов мы не допустим. Перед Европой неловко. Да, видали мы эту Европу. Нет, неловко, неловко. Да почему? Мы ж кататься не умеем. Ладно, рубль. Падает все время. Это они уж привыкли. А если правительство навернется, да еще с велосипедов. В Страсбурге не поймут. Страсбург не Страсбург, а нам падать никак нельзя. Почему? Свои затопчут. И это да. В своих я верю. Затопчут. 30 секунд до отправления. 25 секунд. 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Дорогой дальнею, дорогой длинной, дорогой той, что дальний звенят, тоской старинною, да семестронною. Куда едем-то? Вперед. А зачем нам вперед? Это вопрос государственный. Назад, понимаешь, уже некуда. А в бок поезд не ездит. Я пробовал. Значит, в Россию. В нее, в матушку, прям туда. Вглубь? Самую, что ни на есть, вглубь. Ну ладно, я еще понимаю, вперед. Но вглубь-то зачем? Да, повидать, понимаешь, ты хотел. Кого? Людей кого? Многочисленным просьбам трудящихся. Ну а им-то это зачем? Трудящимся? Они всю жизнь об этом мечтали. Даже не работал никто. А вам зачем? Отпуск же. Все равно в Кремль охраны не пускает. Говорят, отдохни, Николаич. Не изводи себя работой. И нам еще пригодишься. А потом других посмотреть, себя показать. С ума он, что ли, сошел сквозь народ здесь? Как, понимаешь, называется? Расхлебаево называется. А это что? Районный центр. Прямо вот самый центр. Практически. А по краям что? А по краям все тоже. Понятно. Здравствуйте, россияне. Здравствуй, здравствуй. Или не шутишь? Живете хорошо? Ой, хорошо живем. Сынок, вы самим просто не верится. А как уровень там поднимается? А как же? Еще как поднимается. На ней деревню смыло к матери. Да и я не про то. Денег хватает. Кончится, деньги напишите. Мы еще напечатаем. Нам для народа не жалко. Ой, спасибо, кормилец. Напишем. А как прогонит тебе, приезжай к нам. Трудоустроим. Ну, что тут стучишь-то, внутренний мой? Да вот смотрю, как думаешь, доедете это колесо, коли придется до Казани?
До Казани? Да. До Казани, думаю, доедем. До Грозного ж доехала. Доедет и до Казани. А до самой Москвы как придется, а? До Москвы оно уже несколько раз доехало. Братец ты мой, единокровный. Тот-то я смотрю, ты гоголем ходишь. Россияне, как тут у вас с продуктами? Хорошо, с продуктами хорошо, без продуктов плохо. Перебои бывают? Да постреливают иногда, домопривычные. Ассортимент растет. Растет. Еще как растет. У Петьки мерзавца вот такой ассортимент вырос. То есть самое необходимое у вас есть. За это ты не волнуйся. Рождаемость выше смертности. Выше, сынок, гораздо выше. Точно? Точно, точно. Это хорошо. Если что, вы напишите, я еще приеду. И всю, понимаешь, исполнительную ветвь сюда привезу. И депутатский корпус. Мне для народа не жалко. Поехали отсюда. Родные просторы. Едем, понимаешь, от света до света, а конца все нету. По концу света у нас Олег Иванович из Совета Безопасности, Япона мать. Он курирует. Если что, могу соединить. Нет, я не в том смысле. Я говорю, большая какая страна. Не ожидал. Наш паровоз вперед летит, в руках у нас винтовка. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Летит мимо все, что не есть на земли. И косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Понял? Постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Пойду прогуляюсь в одиночестве. Охранять не надо. Кого мне тут бояться в своей стране? Тем более, что и нет никого. Оцепили, небось, всю дорогу до самого, понимаешь, Сахалина. Один похожу, подумаю. А мы? А вы пока руководите на местах. У вас какие места? Со второго по пятое. Ну вот на них и поруководите. Кем? Друг дружкой. И вам развлечение, и народу отдых. А я пошел. Эх, красота! Я другой такой страны не знаю. Ку-ку! Ку-ку! Кукушка! Ну-ка, кукушечка, скажи, сколько мне еще тут реформировать? Ку-ку. Так. Ку-ку. Так. Ку-ку. Ух ты! Еще? Ку-ку. Ну, я живучий. Ку-ку. Но все-таки, понимаешь, не бессмертный. Ку-ку. Ну, спасибо, птичка. Ку-ку. От всех россиян спасибо. Ку-ку. 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 Ку-ку.